Ребятки только проснулись. В общем, сейчас поеду в офис, куплю себе Energy Diet. Я, конечно, знаю, что есть офисы в том городе, в который переезжаем, но пока я туда доберусь, в общем, мне же надо в форме себя держать. Сейчас сразу куплю кофе, чай, чтобы в обычные магазины не ходить. Хоть у нас и будет лента напротив, но с этого магазина я получаю кэшбэк, поэтому здесь интереснее. Чисто из-за выгоды. Вот. Наверное, вас с собой брать не буду, потому что и так сумка тяжелая. Вы тяжелые. Смотрите, если что, сторис в Инстаграм. В Инстаграме я все снимаю онлайн. Девочки, наконец-то купила себе краску вот эту вот. Помните, я голубая, зеленая была, да? А эта нулевка вообще без цвета. Просто идет как ламинирование. Очень хороший эффект такой. Антоцианин. Наносишь на волосы, заматываешь пленкой и феном греешь. Минут 40 держишь. Лучше дольше. Сейчас пойдем прогуляемся. Сегодня последний день перед поездом. Потом 2 дня ехать. В общем, нужно немножко подышать воздухом. Муля, ну что ты одеваешься? Да. Да? А не надо смотреть на меня? Хорошо. Девочки, и вот таких вот мешков строительных купили. А вот постельное белье прям туда сложили. Очень удобно, когда переезжаешь, ну, как бы... За границу, понятно, так не получится вещи сложить, а вот так по месту можно. Лик, привет. Ты что тут на этих, на чемоданах сидишь? Нет. Нет? А пошли девочкам покажем, как у нас там в комнате, сколько вещей в твоей спальне. У меня, кстати. Да, в твоей спальне. Пошли покажем. Пошли. Пошли, пошли. У нас тут вообще беспредел полный. Ты видишь? Смотрите. Мы здесь будем выставлять вещи. Ну, мама! Это наши, мы ее забираем. Вот тоже. Так. Сейчас мы. Вот мама ходит в платьице из плюша. Так, а вот и вещи начинаются. Вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Представляете, вот так вот вся спальня. Полностью вся спальня. Ну, в общем, вы представляете, да? Как нам это сейчас все надо будет убирать? Блин, что-то мне здесь не очень красиво. На голове как-то. Подержи салфеточку мокрую, пожалуйста. А туда приедем, там грузчики все сделают сами. Какой мой рисунок на руке. Ну, ладно, козечка, пошли. Пошли? Хорошо. Давай. Пошли. Вот еще полотенце оставили покупаться. Сережки и мое висит в ванне. Ну, шампунь такое, знаете. Компьютеры поскладываю. Тут такой фен поставался. Всякие гаджеты, да? Косметичка. Евкин рюкзачок. Ну, туда поскладывала всякие свои фломастеры, рисунки. Будет в поезде. Я с этим поеду. Вот. А с лошадками я так ни разу еще и не носила, представляете? В общем, творится черти шо. В общем, сейчас я с Сережкой будем носить. Ну, я так чисто помогать, подвигать. А все остальное ложится на Сережку, конечно.
общем, займется спортом сейчас. Ну ничего. У нас мы начнем где-то в 10, а в 11 машина подъедет. Ну хотя еще два друга должны подойти, поэтому как бы все быстро сделается. Все удобно распаковано, поэтому нет такого, знаете, что прям какие-то ящики сильно огромные, неудобные. Вот у нас раньше были огромные ящики, и мы поняли, что их просто не нужно. Мам, они неудобные. Я на ветру держу. Хорошо. Роблокси. Они просто неудобные. Вот. А, кто-то работает, да? Да. А кто-то снимает, как кто-то работает. Как обычно, между прочим. Как обычно. Все происходит, как всегда. Это я говорю, надо переставить. И пошло. И пошла надо работа. Переставить. Надо 10 раз еще переставить, пока машина приедет. Чтобы оно двигалось же что-то. Ну и да, чтобы выезжали. Не просто, чтобы стоять, а да, с делом. Стоять, а давайте замахаемся побыстрее. Давайте. Да, Юсик? Девчонки, ну что сделала я маску эту для волос? Получается, я вот этот вот серый цвет сейчас запечатала этим ламинированием. То есть, по идее, должно дольше держаться, не смываться. Вот этот вот перламутровый отлив серый, да? Ну, посмотрим, как оно будет держаться. Но вообще, нужно будет сделать еще раз, оно как накопительное. И маски хватит вот на мои волосы, наверное, раза на 3, не больше. Ну, именно... маленького объема. Большую намного хватает. Ты кушаешь, Катя? Да. Умница. Надо же заснять перед отъездом. Организм проголодался у всех. Угу. Девчуля, привет, только с поезда. Приехали в наш район новый, вообще очень понравился. И, кстати, только вышли с поезда, идем к такси и встретили знакомого. Вообще круто. Только в город въехали. Доброе утро. О, сейчас. Вот здесь во дворе сразу школа. Видите, как круто. Огромная такая. Здесь площадка. Вон Ева с Серегой сразу побежали. Гулять. А вот это наш дом. 6-й этаж. Кстати, квартиры здесь мы сняли даже, получается, дороже, чем в Питере. Не знаю, почему так, но ладно, так получилось. Вообще круто, новые дома. Мне очень нравится. Мышка в 4 утра поднялась, нервная, капец какой-то. Так, котики, вот это зал. Сейчас, котик, иду. Большие окна прям. У нас прям лента здесь. Видите? Шкаф. В общем, нормально. Места много, есть куда поставить свои вещи. Так, что у нас дальше? Идет наша спальня. Здесь будет еще... Сейчас, котик, подожди. Где ты там? Сейчас, Муся. Здесь будет еще шкаф стоять, привезут. Так, а у нас здесь за окном вот как раз школа и площадка. Тоже удобно. Сейчас пойдем в Евану спальню с бабушкой. Там диван и кровать. Вот. Смотрите. Что это, моя мулечка? Показывай. Зайчик спит. Зайчик спит. Ты мой зайчик. Прых. Вот. Зайка. Мама стоит. Угу. Смотрим, смотрим. Угу. Муся. Муся проснулась сегодня в 4:30 утра, да? Сейчас вещи наши приедут.
будем это разгребать. А там сейчас пока что хозяин в кухне, я потом вам кухню покажу. Но вообще очень много места, посмотрите. Потихоньку начинаем разбирать. А вот здесь Серегина стойка будет стоять. А здесь компьютер поставили возле окна. А здесь будет моя стойка стоять. На нижнем этаже у меня будут сумочки всякие. Там видите, Energy Diet набрала всякого. Ну, боюсь голоду умереть, понимаете? Вот. Пока так. Ну, первую ночь уже ночевали. Все нормально, все понравилось. Только из душа. Надо привести себя немножко в порядок. И, наверное, пойти. У нас тоже дел много. Хочется забежать туда, туда, туда. Вообще, тут еще столько всего разбирать, что куча просто. Доброе утро, девчули. Вот понемножку начинаем уже вешать, все раскладывать. Уже полочку свою заполнила. В общем, как-то уже начинаем. Вот Сережка тоже заполняет свою вешалку. У меня на окне, как обычно, куча всякого ненужного барахла. Сейчас завтрак у меня. Разбираем платья всякие. А тут принцесса лежит маленькая. Принцесска. Как дела, принцесска? Девочкам привет скажи. Привет. Принцесска. Иди, бабушка зовет тебя с папой. А я вон разбираю, откладываю то, что более, более легкое такое. А здесь уже, смотрите, уже так навешала. Хотела вначале по одному платью вешать, но потом понимаю, что у меня их много, и просто все это, ну, не поместится у меня. Видите, пришлось вот здесь два черных, здесь вот так вот. Видите? Как бы не очень удобно, но зато все равно видишь, что у тебя есть. Вот я как бы сразу вижу сочетание вот юбки у меня, вот кофточки, которые я могу с ними одеть. Вот это тоже сочетание мне нравится. Вот эту юбку я обожаю вообще. Правда, я все не глаженное вешала. Ну, знаете, если я сейчас еще начну гладить, я вообще не знаю, когда закончу просто. Вот это все на работу, на работу, на работу носить. Ой, главное не забыть, что здесь еще есть вот такая вот моя новенькая рубашечка. А то, знаете, тоже вот так вот прикрываешь сильно, а потом... Блин, надо переложить ее. Точно. Видите, как полезно с вами разговаривать. Сразу замечаешь, что не так сделал. Вот я сюда ее повешу. Она, кстати, такая прикольная, прозрачная, смотрите. Но она не сильно прозрачно смотрится, как бы нормально. Не пошло.